Настя! В чем дело? Это кто здесь так шумел, а? Ну-ка, расскажите мне, пожалуйста. Мышка шумела, да? Ваня. Ребята, дело в том, что я очень и очень боюсь мышей. Скажите-ка, а вы не боитесь мышей? Нет! О, какие вы смелые! И мальчики, и девочки. А я боюсь. А здесь, наверное, был тот самый мышонок, у которого большие уши, как у слона, да? Длинный-длинный хвост, да? И огромные зубы, как у крокодила, да? Точно, ребята. И это тот самый мышонок, который поселился в моем домике. И все мне там грызет. У меня из-за этого мышонка все в голове перепуталось. У меня в голове самый настоящий лосиный мышьяк. Вот. Что я сказал? Я, кажется, опять все перепутал, да? Но ничего, ребята, ничего. Я сейчас ему сделаю такой подарочек, что он меня сразу же запляшет. Вот так. Да, я сейчас пойду и принесу его. А вот кого вы скоро узнаете. Эх, он у меня сейчас и попляшет. Дядь клоун. Ой, ну вот, не успел, опять не успел. Ну никак не могу с ним встретиться. Что такое? Ребята, тишина. Я слышал, он мне хочет сделать такой подарочек, все сразу же запляшу. Вот так. А за что это мне подарочек? Это не за то, что помогаю в домике прибираться. Грызу разные дырочки, собираю крошки, а самое главное, сторожу дом. Вот! Ой! Это, кажется, дядюшка клоун возвращается. Надо скорее спрятаться и посмотреть, что за подарочек он мне приготовил. Очень интересно. Ничего. Я поставлю свой подарочек вот сюда. А как только этот противный мышонок появится, мой подарочек ему устроит. А мы с вами посмеемся. Вы смеяться умеете? Да! Ну-ка покажите, как вы это делаете. Замечательно. А теперь внимание, ребята, тишина. Ой, как вкусно пахнет молоком и шкуркой. Ой, это мне показалось. Какой красивый подарочек. Очень интересно. Посмотрим поближе. Очень интересно. Ой, какой гладенький подарочек. Ну, прямо как подушечка. Приляжем, отдохнем. Ой, вылезай, подарочек. Он не хочет.
трусить, сейчас я его достану. Достану. Эй, подарочек, подарочек, подарочек. Погнали. Меня дергал за хвостик, а? Мышка! Да я сейчас как дам лапкой. Ой, постойте-ка, а куда это я попал? Почему-то мне здесь все какое-то знакомое. О, какой-то дяденька чужой. Дяденька, я хочу сметанки. О, молчи, молчу такой. И что за неуважение ко мне? Пойду-ка я сам себе поищу сметанки. Ой, ребята, какой красивый подарочек. Да еще из бантика. Ой, а у меня такого бантика нет. А, пойду-ка я тоже немножко у дядюшки клоуна принаряжусь. Ой, а вот, ребята, я, ну как я вам нравлюсь, а? Подарочек, куда он удевался? Эй, подарочек, ты где? Подарочек! Ой, нашел сметаны, так наелся, даже животик заболел. Попробуй подняться. Кто такой? А ты не знаешь? Нет. Выходи, будем с тобой знакомиться. Сейчас. Аня, а тебя как зовут? Меня зовут Мыцарь. А меня зовут Мыцарь. Мы, наверное, с тобой это поминцы. Мыцарь, давай с тобой веселиться. Веселиться? Да, давай. Аня, а? Постой, Мыцарь. А как мы с тобой будем веселиться? А давай, мы будем с тобой...